Дорогие друзья, я на самом деле стоял и долго переваривал эту ситуацию. Пытался ее анализировать. Знаете, у нас была информация, но мне казалось, что мы сможем отстоять право журналистов, ваши права. Я думал, что на самом деле власть сейчас пойдет по пути мирного урегулирования на Донбассе. Им будет нужна наша помощь. Потому что это единственный канал, который был против войны. Это единственный канал, который не поддерживал эту воинскую риторику, заражавшую всех на неминуемую войну со всеми соседями. Теперь я понимаю, что я ошибся. И это означает, что власть выбрала другой путь. Смотрите, они закрыли каналы Медведчука по угольному делу, по которому проходил Порошенко. Но Порошенко не закрыли. И не закрыли его канал. Теперь они закрывают телеканал наш. Значит, мы на пороге войны. И мы этот вызов принимаем. Бог видит, не хотел говорить многих вещей и многое делать. Теперь я понимаю, что я должен. Владимир Александрович, это твоя последняя ошибка. И мы точно станем твоим приговором. Я, по крайней мере, для этого сделаю все. Друзья, спасибо вам большое за ваше время, поддержку. Терпение, мужество. Я прошу вас расходиться по домам. Мы не будем ничего крушить. Мы не будем ничего ломать. Мы переходим к другой форме борьбы, о чем вы, несомненно, узнаете. И нам понадобится ваша помощь еще. Помощь всей страны. Спасибо.